Вопросы транспортной инфраструктуры городов сегодня актуальны как никогда. Этот пласт динамично изменяется от технологий, используемых в перевозках, до мониторинга пассажиропотоков. Сегодня транспортная отрасль — это и экономисты, и инженеры, и технологи, и IT-специалисты. Центром встречи специалистов и экспертов 12 и 13 апреля 2018 года стал Киев. В столице Украины прошел ежегодный форум City Trends Ukraine. На специализированной выставке оборудования, технологий и решений в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры собрались профессионалы, чья деятельность связана со сферой перевозок. Среди участников и посетителей особое внимание на выставке уделялось стенду группы компаний «Техэнергопром». Реализуя концепцию безопасных трамвайных перевозок, группа компаний «Техэнергопром» является одним из ведущих проводников идей модернизации трамвайных магистралей в городах-миллионниках. Эти идеи уже воплощены в жизнь во многих городах Украины и СНГ. Реализованные проекты по укладке трамвайных путей дают право специалистам группы компаний «Техэнергопром» выступать экспертами в этой области. На многочисленных переговорах и встречах, прошедших на стенде холдинга, царила атмосфера огромного интереса со стороны посетителей. Специалисты «Техэнергопром» делились бесценным опытом, полученным при реализации самых разнообразных по сложности технологических задач по укладке и модернизации рельсовых путей. Являясь дилером ведущих металлургических производителей, обладая уникальными наработками в логистике и вопросах комплектации объектов, специалисты группы компаний «Техэнергопром» способны не только решить весь комплекс проблем, связанных с модернизацией рельсовых путей, но и подсказать оптимальные с точки зрения как технологии, так и экономики пути их решения. По данным Министерства инфраструктуры, электротранспорт функционирует в 40 городах Украины. В эксплуатации находится более 2500 трамвайных вагонов и около 2000 километров трамвайных путей. Трамвай подтверждает звание наиболее дешевого и самого экологически чистого вида пассажирских перевозок. Задача сегодняшнего дня – вывести трамвайное сообщение в Украине на новый европейский уровень. Именно на этом был сделан акцент во время выступлений специалистов группы компании «Техэнергопром» на конференции, проведенной организаторами City Trends Ukraine 2018 в рамках выставки. Почему во многих странах мира возвращаются к трамваю? Интенсивное внедрение трамвайного движения в странах Европы последние 15 лет способствовало организации пешеходных зон, выделению большого пространства для скверов, парков, за счет сокращения количества автомобильных парковок. Непрерывный обмен информацией, получение обратной связи от партнеров, клиентов и всех заинтересованных участников рынка, используя свой богатый опыт, в том числе и международный, специалисты группы компаний «Техэнергопром» постоянно изучают потребности транспортной отрасли и формируют именно те предложения, которые с успехом реализуют для модернизации трамвайной инфраструктуры Украины.